Я вот смотрю на это дерьмо, которое здесь пишут. Ребята, вы не туда зашли. Выйдите, зайдите в другую, там, где ваши сверстники и ваши, блядь, эти сородичи там транслируют такое дерьмо. Отсюда можно выйти легко, без всяких этих трудностей, нажав одну кнопку и перезайти в другую трансляцию, где там дрочат, сосут, бухают, малолетки сидят, такой хуйней занимаются. Вот и все. Каждому кланяться, голова отвалится, блядь. Выйдите, блядь, уже из дома на улицу. Посмотрите, что в мире творится, блядь. Хватит уже сидеть там, блядь, со своим компьютером дрочить. Давайте, выходите на улицу, блядь. Приезжайте в инферно. Кто там хочет вырубить там меня, еще что-то сделать там. Давайте там поговорим. Рассашанский проезд, дом 3, я ни от кого не прячусь. Камон, все вырубатели, все там хуесосы, дрочеры, блядь, все, камон. Прям давайте толпой, блядь, все. Уёбки. Да, все уёбки, блядь. Все приезжайте. Чё вы там? Чё, блин? Очко жим-жим, что ли, блядь? Приезжай, я буду с тобой милый и ласковый. Ёб твою мать. А, бля. Да-да, и матершинник еще. Приезжай, выясним, нервоз, не нервоз там. Вот, камон. Почему не пьет? Чай пьет. Да, сегодня зашкаливает количество. Время такое. В любое время, в любое время жду всех в инферно. Ё-моё, приехайте уже, блядь, кто-нибудь. Хоть один вырубатель-то доедет или нет, блядь? Или что там? Или, блядь, как только вырубатель собирается ехать в инферно, его мама спать укладывает, что ли, блядь? Да? По головке погладит, спи, сыночек, тебе завтра в школу вставать, блядь. Все, вырубатели на этом закончились. Пошли спать нахуй, да? Или что там? Все поехали в инферно. Дай номер Насти. Какой Насти? Насти номер дать. Приезжай в инферно, ёб твою мать. Ты сам мне попросил номер. Ответ один. Хаммером очень доволен. Рассашанский проезд, дом 3. Сказал уже адрес. Камон, гол, через час. Вперед. Жду. Какая разница, сколько жрет Хаммер? Вот какая вам разница? Вот объясните мне. Кто спонсирует эфир? Первый канал. Помидорка Черри.
Тефаль, да. Тефаль спонсирует. Ты рис-то будешь есть? Что-то я уже думаю, что нет. Это все торт. А ты съела хоть? Чего? Торт. Один кусочек. Маленький. И все. Все, уже не могу. Ну так. Не тянет меня к нему больше. Ну ты правильно. От чая можно только обоссаться. Ой, блин. И худеть не знаю, вот обоссаться точно можно. Говорят, типа от зеленого чая там худеют. Да, да, да. И обоссаться 100% можно. Точно. Растяжки делаю. Блин, рис падал, не доварился чуть. Жесткий. Угу. Пилатес, хорошая тема. Твой один и мой. Да, один. Кружка нормальная. Не, заедай, я уже все сейчас. Спасибо. Глаза накачались. Да, вы аккуратнее смотрите, трансляция не пропитана анаболическими стероидами. Нравится? На ухе протез, блядь. Я ей сломал ухо. Она что-то это самое. На одном, на другом нету. Ну, я ей с левой двинул разок. Она просто выпендривалась вчера. Чего это? Я ей по уху треснул, у меня там стоит протез теперь. И так-то. Вот. У нас тут не шутки-то на в ухо дал.